Надо пройти эту игру. Да. Я играл в демо-версию, не знаю, вот я сейчас, если я сейчас зайду, мне все из демки сохранится или нет. По идее, да. Ну, кто его знает. И дадут ли мне ачивки, которые я заработал? По идее, должны дать. Ты помню, я так на пиратке играл в геймдере, даже потом в стиме купил, зашел на комп, там, не знаю, 70-90 ачивок надавали за секунду. Просто. Ну и норм. Давай, не отвечай, игра. Спасибо. Мечта. Ну теперь надо ждать, пока это чудо света загрузит, да. О. Загрузить остров настройки. Так, можно? Спасибо. Чё по звукам? Ну блин, громковато, но в целом, наверное, сойдет. Я не думаю, меня будет слышно. Глянь, кстати, как все красиво, ё-моё. Видимо, ни хера не сохранилось, да? Или... А, не, вот, сохранилось, все сохранил, чё. Я сюда должен нажать? Или чё? Блять. Короче. Всё, вот так вот. Я потом почищу, я дебил, я Сигма. Одно и то же. Вот. Так, заходим, сейчас нормально. Бля, грузи быстрее. Ну, музыка, да, может, громковато. Бля, по-моему, она очень громкая. Да, она достаточно громкая, на самом деле. Но это я у себя меняю. Надо будет в настройках потом тоже ее потише сделать. Ну, может, сейчас она потише сделается. Вот сейчас игра начнется, и она утихнет нахер. Я надеюсь. Вот, она исчезла. Прежде чем нажать, если вам не нравится постоянно кликать, вы можете включить режим удержания клика, можно разблокировать по мере прохождения. Нет, активировать. Бля, да хуёзная, давай активировать. А так можете где режим для отдыха. В этом режиме вы не испытываете голод, и вам не нужен сон. Вы можете изменить это. Ну, блядь, не-не-не-не-не, я буду умирать, конечно же. Глянь, тут все прям... Мне нужно собрать немного древесины и волокна. Да, я помню, можете посмотреть предыдущую серию, я остановился где-то на новом острове. Поэтому... Мне интересно, с автокликером быстрее будет? Блядь, там много. Смотри, это просто, смотри, вот сейчас. Это просто? А это с автокликером, нахуй. Ура, блядь. Лол. Я, правда, он немного баганый, я сейчас, если что, ничего не нажимаю, ёбнутый у меня. Так. Подожди, я нихера не понимаю, если честно. Блять, нет, стоп, давай, ладно, потише музыку. Целевой FPS, а можно мне как-то без... Ну, ладно, так. Громкость музыки, вот так вот. Всё, вот так вот. Назад, настройки, что еще есть? Графика, давай. На максимум или хер знает. Рендер дистанция. Опа, я все оставлю, короче. Так, получить предмет. Предмет. Древесина. Угу. Блин, тут все изменилось. Посмотрите предыдущее видео, я, наверное, ссылку. Легко знает. Короче, пенис. На этом сделаю какую-нибудь тему. Блин, раньше не было голода и еще какой-то херни сна. Все новое, вроде. Короче, ни хрена непонятно, что надо разбираться. Ремень, ага. А куда мне в воду там прыгнуть, я помню, надо. Такого еда, кстати. А, нет, слушай, я помню, я пил и ел, кстати, я помню, было дело. Еще что-то вроде готовил. Так, волокна, подожди. Так, подожди. Блять, а что это? За счет чего это расширяется? А, за счет просто нихуя, я понял. Да мне надо все это ходить, собирать еще, блин. Ну давай. Три тап. Нет, пью. Прочее, нет, стоп, производство. Надо верстак, блядь, скрафтить. Ничего нету, да, сейчас? Давай верстак. Вот сюда вот. Ага, так, верстак скрафтим. Теперь взаимодействовать. Дал мне то, что мне что-то особо прямо надо. Вот кремень, по-моему, мне надо скрафтить, да? Мне там надо. Медный слиток, все как кайфник. Я давайте просто покажу, все подроблю нахер. Шире территорию, там маловато у меня. Пениса. Давай вы. Покажу, все потрошу, добываю.
Так, как-то кликер у меня сломался, он сейчас сам нажимает. А я умираю, я бью и голодаю, охренеть. У меня есть еда, да? Как это съесть? А, вот так вот, да. Ням. Сейчас, блять, как ням. Да вообще мне ни хрена голод не восстанавливает. На самом-то деле. Чуть съем. Не, все, тогда иди нахуй. Как тебя выбросить? Мне это не надо, все, блять, съеби. Короче, нам новый биом, ачивка, давай расширяйся. Стигма? Ага, какая-то книга, трёпка. Ага, ладно. Песчаная насыпь, водоросль нахер, булыжник, еще какая-то хрень, справка. Конченый голод, он меня бесит. Ну ладно. Он прям реально ебет. Медная руда. Короче, надо печку скрафтить. Где ее там? Как? Блин, нет. Производство. Мне нужна печка. Сбор. Мне нужна печка. Печь. Ну, исследуется, типа, сейчас. Или она уже исследовалась? Невидимо. О, исследуется, да, ну давай. У животные. Ну вот голода сдохнуть нахер. Уже у меня кончено стопсики, но реально это бесит. Почему он с задержкой? Это что нахуй? Необходимый инструмент, сачок. Ага, что я могу? Почтовый ящик. Реально прям важный. Ну не. Может быть спальный мешок скрафчу потом. Так, окей, давай что сделаем. Ну давай сюда дерево закину. Думаю, надо. И теперь печку надо. Печь. Что надо для печи? Камень нужен, окей. Все, достаточно. Где тебя? Давай. Печь есть, что я могу? Медный слиток. Все отлично. Мне, чтобы попасть на следующий остров, я так полагаю, надо типа вот это вот все собрать. Медный слиток, окей. Что там, древесина, окей, да. Древесина надо до хера всегда, это я знаю. Так что давай. Бля, сейчас от голода сдохну нахуй. Опять есть надо. Мясо. Надо бы угля добыть. Тихо ты. Так. Приготовленное мясо. Сейчас поем его, но он дохера в основном. Да плюс 2 дополнительных, да не надо мне там нахер. Блин, чё так мало восстановило, что? Ужас. Вообще ни хрена не восстановило. Бля, с голодом, походу, ебаться буду. Я думаю, что мне нахуй это отключить, оно меня заебало. Но с голодом сейчас так ебаться буду, это пиздец. Меня душит голод. Чё еще есть? Апельсины. Пиздец. Так, давай закину сюда медный слиток.
Дерево. Торговая сюда. Тут ягоды можно. Так, ягоды еще раз. Деревья всегда нужны тут. Вот. И медные, значит, слитки тоже. Вот уголь, вся вот эта вот хрень. Так, давай тебя сюда закинуть можно. Почему бы и нет. Деревья всегда нужны, это точно. Уголь тоже нужен. Давай камень. Так. Ну там, не знаю, всякая хрень, окей, сейчас. Давай, расширяем биом. Древесину сюда. Ну, так, теперь ты. Давай, медный слиток. Создать. Отлично. Приготовленная рыба. Че, я могу рыбу половить? Как удочку скрафтить какую-нибудь? Или там не удочка нужна, или я просто вручную, по-моему, худячил, я не помню. Существа появляются на 10% быстрее. Ладно. Сияющие ресурсы будут появляться. Ладно. Опа, краб. Ну, песок, может быть, пригодится. Потом. Угля маловато, вот, есть уголь, отлично. Блять, я сейчас от голода сдохну. А где мои хп вообще? А, хрен его знает. Кушаем апельсины, чё. Теперь едим ягоды. Отлично. У меня шкура есть. Давай сюда ее закину. Нету шкуры. Есть у меня шкура. А, блядь, ну шкура, это не кожа. Ну, блин. Так, медные слитки у меня есть. 3 штуки, отлично. На, лови. Дерево тоже забирай. Курица. Стоп. Так. Готовлю, пухер. Так, окей, что я могу еще тут, значит, прочее. Угу. Фермер со сбором. Нахер. Различные полезные предметы. Медный слиток, кирпич. Сколько надо? Теперь надо думать, что делать. Но могу что-то типа такого скрафтить, не знаю. Давай наковальню скрафтим. Что там будет? Я помню, раньше все инструменты крафтил, но сейчас он будто бы и не надо, наверное. Или надо. Я будущую скрафтил. Или типа того. Кирпич могу скрафтить. Ну давай. Ну, штуку скрафчу для прикола. Не знаю зачем.
Дерево сюда надо все закидывать. Кожа. Ну потом прялку скрафчу, там, наверное, и кожа будет, и вот вся хрень вот эта вот. Давай, медные слитки надо. Да быть, ёпта, что это? Разблокировано, окей. Че? Мне надо добыть сейчас угля и меди. Вот. Уголь и медь, все, что мне сейчас надо. Что мне, видимо, мне сейчас надо будет поесть. Поел. Все нормально, вроде добыл. Ну, создайся. Ладно. Отлично. Следующее, что я должен изучить, это прялка 100%. Так, теперь я могу, по идее, скрафтить что-то наковальню. Надо... А, хрень нужна в целом. Без проблем. Медный слиток, я так полагаю, у меня уже есть, да? Ну да, короче, сейчас вот. Кирпич еще один. Как он там крафтится, я не помню. Кирпич, блядь. Кирпич. Магнум. А то создается. Да хер его, блядь, знает. Возможно, нет уже. Давай быстрее. Еще надо до хера кирпичи нас создавать. Позволяет скрыть время изготовления на клика на постройку. Как его скрафтить? До хера медных слитков. Короче, давай сейчас буду крафтиться кирпичи, а для этого надо 500, ясно. Все, короче. Уголь, медная руда и, значит, 500. Все, что мне сейчас нужно для жизни. Моим 500. Бля, ёбаный голод. Я его, сука, сейчас нахуй выключу. Меня заебал. Жри. Можно мне медальон какой-то, который голод нахуй пошлёт? Лютый фарм ресурсов, конечно.
Ну давай, кирпичи. Блять, 17 кирпичей, ебануться. Пусть создается, чё. Блин, нихера ресурсов нет. Этот дебил еще и голоден. Что, давайте создам какую-нибудь такую хрень, давай. Медь будет, само собой, тоже. Да, блять, что? Ладно. Что мне это дало, кстати? Да хрен его знает. Что мне это дает-то? Да хрен не помню. Поем лучше. Небо дерево, конечно, но ладно. Нужна древесина, но древесина не растет. Что мне с этим делать? Нету древесины, и оно тупо не растет. Мне еще этот голод. И вот это типа надо кушать. Блять, ну не, ну в целом, кстати. Все, нашел себе еду. Че я дал, как долбоеб. У меня куча волокон, нахуй. Все. Я нашел себе еду на ближайшие сотни лет. Все, я буду волокнами, блядь, питаться. Гениально. Мне бы, наверное, поспать, я вроде могу это сделать, да и, наверное, надо было. Окей, как же это сделать? Спальный мешок исследовать. Чё, голоден? На, поешь. Вкуснейшек. Давай поспим. Спать. Проснулся. Я поспал. У меня какого-то хуя куча 2734 всякого говна. Я не знаю откуда, если честно. Ну ладно. Наверное, похуй. Не, нужно дерево. Пойду добуду дерево. Проще. Деревья, деревья. Да все деревья вырубил, нахуй, больше нет.
Голодный гад. На, ешь. Что-то мой персонаж, по-моему, не выспался, не понял. Этот автокликер доведет, мне кажется. Окей, так. Ну что могу сказать? Ням-ням-ням. Давай, медные слитки. Теперь пусть готовится. Да. Сто процентов ставлю печки правильной стороны. Вот. Отличная половина. Дерево. Это дровосек. Книги всякие. Ебануться! Вот это мне надо, кстати. Ебать. Где все это получить? По-моему, я знаю где. Так что да. С голоду вроде все нормально, вот ем волокна, мне охуенно. Короче, давай посмотрим, что тут надо. Давай. А это так и не создал, да? Давай создадим. А вот как поворачивать, я реально не помню. А, блять. Сигма. Как тебя поставить? Вот так вот, типа? Надо похуй, так. Что мне надо-то? Удочку, я думаю, наверное. Бля, плащ притяжения. Для этого надо нить. Они делаются из волокна. Не, волокно мне надо для пропитания. Так что тихо. Сколько у меня камней? Да до хера. Так, дерево, давай, наверное, все тогда. Часть медных слитков сюда нахер. Ага, теперь. Тебе теперь часть. Блесна тут создается. Блять, в смысле? Здесь кожа создается. Все, понял, ладно. Деревья, ну деревья. Срочно. Ну, уголь тоже всегда нужен, там понятное дело. Ай, что, что не так? Ну, рецепт охота. Сейчас, короче, я эти. Лучший верстак создам, у меня будут крутые инструменты, и да, нормально. Ну не знаю, там у них всякие способности, но по идее у меня их сейчас нет. Они тебя могут получить, но не сейчас, да.
попой. Ладно, поем. Так. Вот это мне надо. Так, что насчет улучшенного верстака? Надо древесина. Ну, конечно. Она всегда нужна, я знаю. Вот древесины-то нету. Нюанс такой, да? О, древесина. Скучал по древесине. Так, по-моему, все еще там ни хера не хватает, да? Ну да. Сколько у меня медных слитков? 9. Чё ты там даешь? Создать. Так, ну давай, не знаю, вот это создаем. Факты. Где я их там одеть не могу на себя? Вот тут вот. Включает режим удержания клика. Да. Разблокирован новый рецепт. Опять древесина нужна, ёбаный в рот. Древесина. Это прям реально нужна, это капец. Но ей нету ни хрена. Не знаю, что сегодня. Дай спать. Все, восстанавливайся, спим. Спим и едим, наверное. Все, спим, спим, храпака дали. Все, просыпаемся. Деревьев не обнаруживаем, потому что нахуй они нужны, да? А чё тут? А, вон. Ну, эквипмент, не знаю. Они у меня всегда есть, типа, да? Они у меня всегда экипированы. Скорее всего. Могу еще один создать. Вон, хорошо, что не могу. Так, ага. Создать, мне как раз 3 надо. Так, давай. Молот разбирает ваши постройки. А это почему я не могу? Мне надо... А, блять, да, мне надо сначала хуйню скрафтить, а потом ее улучшить, я вспомнил. Давай. Крафтим. Охуенно. Прекрасно, я бы сказал. Так, меч я А, чё? Чё я скрафтил? Кирку, по-моему, да? Ага. Давай теперь меч. А тут, смотри, я могу теперь улучшить. Да всё, заебись, только мне древесину нужно, которого вообще нахуй нету. О, древесина. Я, наверное, пока не буду на вот эту хрень тратить. На вот это вот. Тут пока надо много на что другое потратить. Магия, например. Да, у меня все 5. Куда? Где вся моя древесина? Куда она уже успела исчезнуть? Понятно. Кремниевая лопата теперь. Подожди, то есть ты хочешь сказать то, что... Нет, блядь, сейчас. Опа. Опа.
Да, блядь, глянь. Ты глянь, это охрененно. Дайте мне живое существо. Дайте мне живое существо. Ну или не дайте, я не знаю. Кто-нибудь живой. Мне переключится, по идее, на меч. Надо похуй. Ну вот, примерно. Давай, ням-ням-ням. Едим. Живое существо, ну нахер. Все. Самый добрый. Угу. Угу. Что я могу скрафтить? Под пещеру. Блять, да мне бы дерево. Ну я не знаю. Дерева вообще, блядь, нет. Я не знаю, что с ним делать. Просто дайте дерево. Ну пиздец. Ну дайте дерево. Ну пожалуйста. У меня вообще его нету. Блядь, что все это улучшить, тоже нужно дерево. Причем дохуя. Где эти столько дерева возьму, можно узнать. Ну где? Где я столько тебе дерева там возьму? Бля, музыка охуенная, а дерева нету. Ну как? Ну, ну что я сделаю тебе? Я дерево не могу никак вообще, бля. Так, кстати, кожа, на, забирай. Бля, если он просто, наверное, тогда расширить территорию на похуя. Вообще, на похуй. Может быть, тогда появится дерево. Блин, кажется, максимально территорию расширил. Дерево! Так, где что расширилось? Пойдем смотреть. Не, нужно дерево. Дайте дерево. Вижу, вижу, отлично, ура. Наконец-то. Здравствуй, что ты? Нормально. Я не понимаю эти книги, но они прям все не активируют. Ну да, по идее. Это не надо где-то там. Ну, короче, круто, все, охуенно. Блин, ну дерева нету вообще. Все еще. Ну, это могу кто-то их сажать, я не знаю. Капец, меня чаек у нас, блядь, сыпят. Еще и есть хочу. Дерево. Но я мало дерева все равно добыл, потому что его нету. Сколько у меня его? Ну пиздец. Очень и очень мало. Как тебе 51 принесу? Как? Что за блесна вообще? Это типа бабочек? Возможно. Подожди, я могу стачок скрафтить. Да? Стачок. Блядь, дай сачок мне сюда, сука. Дай мне сюда, сука, сачок. На, нахуй, на, нахуй. Блесна. Заебись. Все, буду ловить бабочек. Вот, на, ну. Виды хера дерева надо. Ну, а забирай, ладно уж. Скоро будет новый остров, все заново опять, блин. Капец. Ну ладно, ладно, что поделать там. Я ничего с этим сделать не могу. Придется страдать жестко. Ну я надеюсь, музыка не слишком громкая. И получай.
Она будто бы тише не становится. Какого хрена? Ну ладно, она тише стала у вас. Намного. О, иди сюда. Иди сюда, блядь, иди сюда. Все отлично. А деревья вообще спавниться в этой жизни будут или нахуй? Если рано, кстати, перезайти, и деревья появятся. Ну какой нет, охуенный вариант реально сейчас. Сохранить игру. Теперь главное меню. Теперь загрузить остров. Где вот это, да? Или какой? Вот этот, наверное, это похуй. Это будто бы заново начинаю. Надо похуй. Все, деревья заспавнились, отлично. Все, деревья, вот они, про что я и говорил. Это, блядь, тактика называется. Это мега фьюмов, нахер. Вот-вот. Сейчас на остров третий поеду, нахер. Ну, по идее. Надо похер. Сейчас надо дохуя дерево. Максимальное количество. Труба вообще возможно. Я могу тебя поймать, конечно, по приколу. Получай. Ну еще. Что-то мне пришлось туда пойти. Пойдем. Янтарная тропа. Приплыл, блин. Я был на этом острове уже. Ну да ладно. Блин, все мои инструменты сохранились, кстати, на удивление. Что у меня вроде сюда же сохранилось. И что ему надо? Краска, свиток костей, железный слиток, мед. Нахуя ему надо? У меня там наковальни остались. Можно я сюда все перенесу? Сейчас. Погодь. Секунду. Плюс у меня еда тратится. Опа. Древесина. Так, ну уголь мне всегда пригодится, я думаю, и дерево тоже. И волокна. Надо забрать все отсюда. Для этого там надо какую-то хуйню скрафтить, не помню. Молот. Бля, древесина, сука. Очки, кстати, какие-то. Вау. И ключ какой-то. Ага. Все, давай, блять, быстрее. Все, давай. Она прям на этом и разбирается вот так вот. Я все забираю нахуй с собой. Так, давай, дерево надо немного нафармить тут. Бля, тоже. Лопну. Пойдем. Так, давай. Залежи железа. Свекла. Цветы, камень, дерево. Ладно.
А мне нужна медь, кстати, медные слитки. Ладно, сейчас давай все тут расположу. Здесь вот, да, давай, где тут? Стол исследователя. Теперь. Верстак. Так, теперь. Вот этот, пиздец. Теперь. Вот тебя. Блин, в смысле мне на улучшенный верстак не хватает? Какого хрена? Должно же хватать, по идее. Сколько у меня медных слитков? 10. Мало, кстати. Надо бы еще добыть, сходить. Да буду потом. Деревьев нет, нихуя нет. Пиздец. Что делать? Это что, слайм? Слайм раунчер, блядь. Даже здесь-то есть. Вообще, я помню, вроде дрался слайм. Да. В общем, мне нужно дерево. Медные слитки, по-любому. Так что схожу-ка я кое-куда, именно сюда, нахер. Пастбище. Медные слитки. Конченый голод. О, дерево заспавнилось, круто. Че? Конец деревья. О, это. Ё-моё. Ладно. Деревья.
Тут пора возвращаться. Так, ну давай. Ё-моё. Много всего. Ну, блядь, как всегда, не хватает дерева. Почему... О, это 40 дерева, это слишком дохера. 2 урона. У меня типа 1 урон сейчас. Да. Железный плащ. Древесины вообще намертво нет, это пиздец. Я не знаю, что мне с этим делать. Ее полностью дефицит древесины. Вообще. Охренеть. Надо железную руду добывать, я думаю, на будущее. Да, интересно, когда уже появятся деревья. Видимо, никогда. Ну, хотя бы сколько-то деревьев. Или мне, типа, надо каждый раз перезаходить? Ну, 58 дерева уже не так плохо. А где моя печка? По-моему, ее здесь нету. Но сейчас будет.
Вот так вот это делается. Ёбаный автокликер, сука. Ура, всё. Плюс 2 метра, надо позже. Блин, много надо. Ловись, рыбка, большая, небольшая, ловись. Чего, блядь, что должен делать? А, понял. Или что? Что я должен делать, алё, блядь? Чего? Я ебу, как рыбу ловить в этой игре. Лёв, что за бред? Я не ебу, как ловить рыбу в этой игре, ладно? Чё мне надо скрафтить ёбаный спальный мешок, где он? Сейчас все волокна съем, которые у меня вообще нахуй есть. Дерево, дерево. Еще нужна кожа. Нихуя себе. Понятно. Черная кость на койку. Зачем? 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 Так, ну железный слиток я тебе могу, кстати, надавать. На, жри. Вообще на похуй. Могу еще, если хочешь. Как бы легко. Я чё, давно пора, давай где-то, блин, находишься. Медную кирку. Все, медная кирка. После чего можно и железную сделать. А, нет, тут древесина. Да поищи ее нужна. Значит, нельзя. Какие-то грибы еще тут. Я бы деревья поворачивал. Ну ладно. Едим. Как в этой игре реально ловить рыбу, я не понимаю.
Что за хуйня? Как это контролировать, я не знаю. Рандом это все делается или что? Тут все на рандом или что, я не понимаю. Как рыбу я должен поймать? Пиздец. Бля, помню, я понял, кстати, как. Возможно, я понял, как ловить надо. Наверное, я понял. Ну я же додумался по итогу, так что типа. А, блять, в смысле? Ловим эту рыбу гребаную. Даже музыка крутая заиграла в честь этого. Немножко. Сколько у меня там это? Ща. Угля. Блин, ну 16. Ну ладно. В общем, волокна мне могут еще пригодиться, да. Так что надо как-то так сделать. Все нормально, поели. Теперь что еще мы имеем? Да нихуя. Что я могу изучить, окей? Я могу изучить, допустим, этот шахту, да? Какую-то. Давай исследую. Итак. Не хватает мне немного дерево слегка. Такая маленькая нехватка есть. В целом, как и всегда.
Так, ну я бы изучил фермерство, да, получается. Это что? Мельница, я не знаю. Давай мельница, ладно. Вот маленький огород. Я бы хотел поворачивать деревья, например, если можно было. Быть. Вот я и в пещере. Янтарь. Голыба. Круто. Железа, правда, что-то нету, ну ладно. Ну да ладно. Ё-моё. Это вообще что? Прекрасная игра, расслабляющая чисто. Можно залипнуть. Руля всякое говно. Прекрасно. Железный плащ притяжения. Ощущение, будто он у меня был, я его заново скрафтил. Ну, возможно.
Ладно, я, пожалуй, на это, наверное, сохраню. И выйду нахер. Потом как-нибудь вот отсюда вернусь. Да.